В новом формате встреч без галстука на вопросы бизнесменов отвечал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов. Подобное неформальное общение проходит в этом году впервые. Просто кому-то легче написать письмо, кому-то легче прийти на мероприятие, задать этот вопрос, кому-то легче прийти на приемную. Поэтому мы создаем всевозможные форматы, где вы, предприниматели, могли общаться. А проведение данного мероприятия не означает, что предприниматели не приходят там напрямую там, в кабинеты к чиновникам и так далее. Это лишь дополнительный формат, в рамках которого просто предпринимателям удобно приходить, может кто-то стесняется, кто-то там боится на личную встречу прийти. На встречу, организованную городским комитетом поддержки предпринимательства, пришли более 80 бизнесменов. Основными вопросами стали лицензирование и размещение нестационарных объектов, киосков и павильонов. Также актуальны для бизнес-сообщества информация о поддержке и условиях получения средств из фонда микрофинансирования. Формат общения показал свою востребованность, и встречи планируют проводить раз в 2-3 недели.